То, что сейчас происходит в Угловском районе, без преувеличения можно назвать катастрофой. Пожар, который накануне произошел между селами Борисовка и Лаптев-Лог, уже уничтожил многих животных и нанес урон лесному фонду. Огонь охватил более 600 гектаров. Местные жители боятся, что стихия перейдет и на деревни. Вот, брат, а ты говоришь, вот жить мне завтра, чувствую, негде будет. Изначально причиной лесного пожара стал грозовой разряд. Об этом сообщили в Минприроде. Сейчас на месте все еще продолжается работа. С огнем борются более 200 человек. Привлечено более 70 единиц техники, в том числе вертолет. Высокие температуры не выдерживает даже техника. Так, у одной из пожарных машин отказал бензонасос. Машина сгорела. В МЧС сообщают, что никто из пожарных и местных жителей не пострадал. В настоящее время проведена опашка населенного пункта, оповещение населения и подворовой обход. Угрозы населенному пункту нет. К эвакуации планируется 7 крайних жилых домов в пункт временного размещения в связи с задымлением. Перехода огня на постройки не допущено. Добавим, вопреки фейкам, пожар в Угловском районе не действует в приграничной зоне с Казахстаном. Помощь иностранных коллег пока не понадобилась, но в соседнем государстве выразили готовность в сотрудничестве, если это будет необходимо. Кстати, сегодня в Алтайском заксобрании принимали законопроект об административной ответственности за нарушение особых правил пожарной безопасности. То есть он подразумевает дополнительные меры ответственности. У нас в правилах противопожарного режима установлено, что нельзя разводить костер, нет специально отведенных мест на землях населенных пунктов и в частных домовладениях. А есть у нас садоводческие товарищества, соответственно, огороднические товарищества, на которые эта мера не распространяется. А мы как раз вводим на землях всех эти требования. Пожар в Угловском районе не единственная природная трагедия. С середины апреля край борется с огнем. Пожароопасный сезон начался с аномально высоких температур. В этом году в регионе уже произошло порядка 3000 ландшафтных пожаров. И напомним, средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае 205 дней. Поэтому бороться с огнем в регионе будут и в начале осени.